Всем привет, мои хорошие! И сегодня на страницах интернет-магазинов мы с вами будем искать маркеры для рассады. Каково же было мое удивление, когда я в поиске маркеров для рассады зашла на Озон, и волосы у меня откровенно встали дыбом. А для тех, кто не в курсе, я сейчас успешно проращиваю мои личные семена венериной мухоловки. А также у меня уже посажены гладиолусы. Уж так сложились обстоятельства, что пришлось их посадить в декабре. Но суть не об этом. Дело в том, что совсем недавно, вот именно тогда, когда я обнаружила, что мои семена венериной мухоловки проросли, а сейчас я провожу прям эксперимент, у меня там несколько экспериментальных семян, по-разному они там стратифицируются, что-то уже прорастает и дает свои плоды. Я, естественно, искала маркеры для рассады на Алиэкспрессе. То есть, видите, да, вот 100 штук, 128 рублей. И вот тут еще это у меня в группе, которая называется... Как она у меня называется? Кто знает, кто помнит? Почему мы туда не заходим? Она называется «Покупки в Китае». И я сюда добавляю ссылочки с Алиэкспресса. Заходите, добавляйтесь в группу, кто еще не там. Итак, вернемся к нашим маркерам. Буквально я даже купила себе несколько штучек, именно 20 штук за 38 рублей. Ну, как вы понимаете, из Китая все это ждать долго. Я решила зайти на Озон, думаю, ну, вдруг там, ну, может быть, там рублей тоже за 100, там штук 10 я куплю. И давайте мы сейчас с вами отправимся на Озон. И вот что я здесь обнаружила. Значит, вы видите, да, у меня маркеры для рассады в поисковой строке на сайте. И теперь смотрим ценники. Значит, два набора, 16 маркеров, 400 рублей. 8 штук, 200 рублей. А вот такие вот таблички, 20 штук, 335 рублей. Ну, не будем, да, долго рассматривать. Я вам сейчас покажу самое интересное. Вот этот вот товар меня заинтересовал. Вот многие садоводы, огородники знают вот эти вот таблички. Ребята, обратите внимание, 10 штук, цена 1999 рублей. Садово-огороднический сезон не за горами. Уже... Кто-то в январе и феврале уже начнется посадка рассады, да, на всех подоконниках Российской Федерации, не только Российской Федерации. 10 штук 1999 рублей. Мама дорогая! Еще какой-то Озон Глобал. И теперь обращаем внимание. Допустим, вот эти маркеры за 375 рублей, 8 штук, если я закажу, мне их доставят 4 января. Вот эти 28 декабря. А сегодня у меня 25 декабря. А вот это вот доставка из-за рубежа. То есть она ничуть не быстрее будет, чем с Алиэкспресса. Но ценник... Мама дорогая, давайте посмотрим, что там еще нам предлагают купить. Еще из-за рубежа 100 штук, 100 штук. И обратите внимание, сейчас сразу хочу обратить ваше внимание, некоторые не знают, вот такие вот маркеры, они есть разного размера. Вот эти 5-сантиметровые, они самые маленькие, и они как раз-таки самые дешевые на Алиэкспрессе. Здесь 100 штук предлагают тоже за 1000 рублей. Тут тоже 100 штук за 1000 рублей. И все это из-за рубежа. Из-за рубежа. Вот тут вот 8 штук доставит Озон неизвестно когда. Вот дальше опять все из-за рубежа. Видите, вот пометочка под кнопочкой в корзинку. Из-за рубежа. 1900, ну, в общем, 1100, 1300, 1100, 1700! 100 штук из-за рубежа. Мама дорогая. 100 штук, 100 штук, 100 штук. Ну и ценники, да, смотрим. Вот тут вообще просто вау. Вот это вот у нас сейчас, вот эти вот всякие горшочки торфяные, они продаются уже у нас в пятерочках, во всяких магнитах. И где их только нету, вот этого вот добра.
копеечная просто вообще, в садоводческих всяких. Вот, вы знаете, у меня такое чувство, что китайцы думают, что они пуповина вселенной, и только у них есть этот товар. И нигде больше его купить невозможно. Видимо, у них там какое-то отсталое представление о вообще того, что происходит в мире. Ну, именно из-за того, что, наверное, у китайцев в большинстве случаев заблокированы такие вещи, как Инстаграм, Ютуб и еще куча всяких западных сайтов, они думают, что, видимо, только у них есть то, что у них есть. Ну, представляете себе, да, вот такой вот набор. Ну, я думаю, что приблизительно такой набор можно где-нибудь в Пятерочке или где-то в садоводческом каком-нибудь магазине. Максимум это будет стоить рублей 500. Это потолок 2-300 из-за рубежа. Ну и дальше, да, из-за рубежа 2000 рублей, 1000, из-за рубежа даже деревяшечки. То есть вот вы цены только посмотрите. Вы только полюбуйтесь на вот это вот. Вот это вообще тоже фишка. Из-за рубежа 20 штук за 1357. Это какой-то ахтунг. Просто. Внимание, говорит Германия. Сегодня под мостом нашли маркеры с хвостом. Давайте пойдем на Алиэкспресс и посмотрим, что есть там. Итак, вот маркеры, которые я купила за 38 рублей 20 штук. И вам они тоже доступны. Ссылочку я обязательно оставлю. Более того, если вы смотрите это с компьютера, смотрите, вот здесь вот есть, видите, вот. Вот, где, в какой рубрике, где искать на Алиэкспрессе вот эти вот маркеры для рассады. Дом и сад, садовые принадлежности, садовые горшки и катки. И там же есть подраздел прям маркеры для растений. Вот давайте мы прям туда сейчас зайдем и посмотрим, чё почём. Вот это вот ограниченная серия с маркером деревяшечки. 328 рублей 88 копеек. Что там нам на Озоне-то предлагали? За сколько это купить? За 996 рублей. Понятно, да? Угу. Вот такая вот веселуха. Вот 100 штук 375 рублей. И сейчас хочу просто обратить ваше внимание. Вот, смотрите. Вот тут просто хорошо показано у этого продавца, что видите, вот эти вот маркеры, вот такие вот просто. Они есть 10-сантиметровые и 5-сантиметровые. То есть вот тут вот понятно, видно сразу, да, разница. Маленькие и те, которые побольше. Но ценник, вы видите ценник? Да, здесь платная доставка. Но по сравнению с тем, что мы видели на Озоне, это просто даром отдают. Вот такие вот, значит, у нас маркеры. Здесь, значит, 100 штук идут, и есть бесплатная доставка. Ну, вот представляете себе, да? То есть, вот какая обдираловка везде и кругом. Ограниченная серия 30 штук за 219 рублей. Интересно, есть платная доставка, вернее, бесплатная. Даже есть бесплатный возврат. Ну, ценник, да, 30 штук, ну, подороже. Значит, выбираем цвет, допустим, пусть будет белый, маленький размерчик и доставка из Китая. 219 рублей 30 штук. Вполне себе недурно. Вот для таких вот. Можно, вот мне прям голубенькие понравились. Прям они красивенькие такие. Во всяком случае, здесь. Вот, но я могу сказать, что вот у меня прям под рукой лежат голубенькие не очень, а вот самые как раз приметные это розовенькие, как ни странно, именно просто беленькие, самое то, что надо. Вот розовые и белые, прям вот именно вот такие вот розовые, белые и желтенькие, вот самое то, что надо, чтобы были заметны. Если хотите незаметные, надо купить что-то потемнее. Ну, в общем, мои хорошие, вот такая вот веселая история. То есть здесь можно купить разные вот эти всякие бирочки. Там на деревца кому посадить, кому еще чего. Тут еще можно всяких интересных вещей найти. Ведь не успеете оглянуться, а уже пора рассаду сажать. О, на как все. Такие вот специальные прищепульки. Угу. Все это можно найти на Алиэкспрессе
заранее заказать. Кстати, я хочу вам напомнить о том, что не за горами китайский Новый год. Поэтому торопитесь, заказывайте все, что вам надо к 8 марта, к 23 февраля, чтобы опять не столкнуться вот с тем вот самым китайским Новым годом. Я еще раз повторяю, что китайцы 2 недели практически очень многие находятся в анабиозе. Они никому ничего не отправляют, они уезжают к себе домой. Я не знаю, как у них там сейчас коронавирусная ситуация, но очень многие магазины не работают, когда китайцы празднуют китайский Новый год. Я еще раз об этом напоминаю. Он даже есть просто черный. Вау! Вот это прям редкость. Это прям редкость, редкость. Ссылочку прям вот оставлю. А, вот тут есть подешевле. Тут 101 штука. Ну, значит, 100 вот этих и маркер. Белый. Жидкий мел называется. Тут платная доставка. А вот здесь что у нас? Здесь тоже платная доставка. Ну, прям вообще. Ну, в общем, если кому надо, я черные оставлю. Может быть, кому-то прям, ну, очень надо, чтобы они были прям черные. Это чисто... Ну, тут, видите, платная доставка. Все идет, платная доставка. Вот. Но, тем не менее, даже черные есть. Вот. Все можно купить, все можно приобрести. Кому что нравится. Ну-ка, вот так вот. Ну-ка. Так, посмотрим. Вот так вот, 100 штук всякие, он даже с улыбашками какие-то. Веселенькие. 100 штук, они тоненькие, почти прозрачные. Их можно воткнуть в землю. О, кстати, классные, надо будет купить. Их можно просто воткнуть в землю, и их же можно за деревце зацепить. То есть, сейчас я вам покажу вот здесь. Вот, вот, это то, о чем я говорила. То есть у продавца уже показано. То есть их можно просто воткнуть, а можно вот так вот за веточку прицепить. Вот такая улыбашка. О, это, по-моему, самые крутяцкие маркеры, какие я видела за последнее время. Очень интересные. Вот такие, на такие есть смысл разориться. Прям мне нравится вот это дело. Вот, постараюсь. Прям голубенькие, вообще кайфовые. Ну, конечно, лучше брать, наверное, разноцветные. А может быть, все-таки есть смысл взять какие-нибудь однотонные. Может, кому-то белые нравятся. Неважно. Вот на эти я оставлю ссылочку. Собственно, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Вы сегодня у меня узнали, что не все то золото, что озон. И я думаю, что на Валбересе такая же история. Так что иногда все-таки есть смысл покупать товары на Алиэкспрессе. Да, вы подождете месяцок, но зато за очень задешево это купите. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока!